Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я представляю клинику Чатен. Наш центр специализируется на лечении заболеваний позвоночника и суставов традиционными корейскими методами лечения. Когда я готовилась к выступлению, я думала, о чем бы я могла бы вам рассказать о Чатен. Я, конечно, могла бы вам рассказать, сколько мест у нас находится, или сколько у нас помещений, или сколько филиалов находится в Корее и в Америке, но я эту информацию я пропущу. Но я бы хотела бы выделить наши уникальные методы лечения позвоночника или суставов без операции. Представьте себе, вы помогли соседу переместить в холодильник, и после этого вы не можете разогнуть спину. Что делать? Вы можете сделать операцию или же обратиться к нам в центр Чатен. Я вам покажу краткое видео, где вы за 5 минут можете увидеть, как при синдроме острого корешкового синдрома позвоночника за 5 минут вы можете сам самостоятельно передвигаться. Прошу внимания. Спасибо. Чем отличается от обычного иглоукалывания, когда пациент лежит на кушетке во время процедуры? Два врача корейской медицины держат под руки пациента с обеих сторон поближе к туловищу и ведут пациента. В такой позиции у пациента снимается напряжение вдоль позвоночного столба, и позиция кости позвоночника и прилегающего комплекса занимает нужное положение. В таком положении ставятся иглы в 5 точках, отвечающих за снятие боли, а именно локтевые скибы, обе ступни и заднюю часть шеи. Затем врач начинает ходьбу на месте, ставя рядом с пациентом, и пациент так, с ритмом врача, начинает медленно двигаться. Когда пациент начинает двигаться сам, то скованные мышцы в районе позвоночника расслабляются и восстанавливается кровоточение. После начала самостоятельного движения, ограниченной болью, далее пациент сможет самостоятельно и безболезненно. Один из фрагментов нашего лечения – это оказание скорой помощи. Естественно, нужно необходимо дальнейшее лечение. Наши методы лечения включают в себя методы акупунктуры, фармакупунктуры, двигательной акупунктуры. Самое главное, что нужно учесть, что мы не просто купируем боль, мы устраняем причину заболевания, а также восстанавливаем окружающую среду позвоночника, тем самым мы исключаем рецидива заболевания. И я хочу вас также минутку внимания, чтобы вы посмотрели более подробно о методах нашего лечения. Неправильная осанка или специфическая поза, которую приходится продолжительное время проводить на рабочем месте, является причиной деформации позвонков шейного отдела, а также прилегающих связок и мышц.
таком положении увеличивается давление на межпозвоночный диск. И если долгое время оставаться в таком состоянии, то постепенно дегенеративные дистрофические изменения шейных позвонков начнут прогрессировать. Вначале межпозвоночный диск теряет влагу и уменьшается, затем связки теряют эластичность, и наконец диск выдавливается, что приводит к острой боли и возникновению воспаления. Выпадение межпозвоночного диска ведет к сдавливанию нервных окончаний. В данном случае ощущается потеря чувствительности плеч и рук. Также искривленная шея не в состоянии как следует выдержать нагрузку. Вследствие этого происходит напряжение мышц, что осложняет движение шеи. Особенно в том случае, когда мышцы шеи сильно закрепощены, происходит сдавливание сосудов, снабжающих мозг кровью. Это является причиной возникновения головных болей и звона в ушах. Результат лечения грыжи шейного отдела позвоночника можно считать успешным в том случае, если устранены следующие симптомы. Воспаление, провоцирующая боль, потеря чувствительности, вызванная сдавливанием нерва, дискомфорт шеи из-за закрепощенных мышц, головная боль и звон в ушах, как следствие нарушенного кровообращения. Лечение грыжи в шейном отделе – это комплексный процесс, который подразумевает в себе снятие болевого синдрома, а затем следует лечение первопричины болезни. Для начала при помощи чуна-терапии и двигательной акупунктуры снимается воспаление и одновременно уменьшается болевой синдром. С помощью симбара-препаратов возможно восстановить поврежденные ткани позвоночника. Симбара-препараты обладают свойствами, способными подавлять фермент COX-2, являющийся провокатором возникновения боли и воспаления. А также входящий в состав лекарств уникальный компонент симбарометин вводится инъекционно в акупунктурные точки, благодаря чему эффективно устраняется боль. После устранения болевого синдрома приступают к основному лечению, которое включает в себя чуна мануальную терапию и прием симбарометина. После того, как устранены болевые симптомы, воспаление и отечность, для полного устранения причин заболеваний при помощи чуна мануальной терапии выпрямляется искривление шейного отдела и снимается спазмированность мышц. Благодаря чуна мануальной терапии можно быстро восстановить искривленную структуру шейного отдела позвоночника, но если не укрепить связки при помощи симбара-препаратов, вероятность повторных рецидивов очень высока. Лечение симбара-препаратами является основным лечением грыжи шейного отдела позвоночника, поэтому является очень важной составляющей. Если пройти установленный курс лечения и устранить первопричины заболевания, то похоже пройдет онемение рук и кистей, вызванное защемлением нервных окончаний. А также из-за напряжения мышечной ткани в районе шейного отдела возникает затрудненность движения. Если при помощи двигательной акупунктуры снять напряжение, то как следствие ослабляется давление на артерии, питающие головной мозг. Благодаря тому, что нормализуется подача крови, восстанавливается кровообращение, в результате чего уменьшается шум в ушах, головная боль постепенно улучшает зрение. После того, как будет пройден полный курс лечения, можно вернуться к обычной жизни и достаточно соблюдать некоторые правила, чтобы не опасаться рецидива. Однако причины заболевания могут отличаться в зависимости от симптомов. Поэтому после того, как будет поставлен точный диагноз специалистам и назначено адекватное лечение, очень важно следовать всем указаниям врача на протяжении всего периода лечения. Также хотелось бы вам показать несколько примеров анатомических изменений вследствие безоперационного лечения ЧП до и после. А вот вы видите снимки МРТ. Поясничный отдел позвоночника в течение 6 месяцев видны достаточно анатомические изменения, грыжа стала меньше. Также женщина прошла лечение через 15 месяцев, у нее видно, что грыжа уменьшилась. Конечно, хотелось бы сказать, что не во всех случаях грыжа может уменьшиться. Но из 10 пациентов, 6-8, мы наблюдаем значительное уменьшение грыжи. Также такой случай, как мы считаем, что при острой боли результаты лечения можно достичь намного быстрее, чем при хроническом заболевании позвоночника.
Поэтому говорят, что если вы после выпадения диска в спинной канал обратитесь в течение недели, то шансы, что диск восстановится, повышаются до 90%. И наше лечение – это не только то, что мы сейчас показали, комплексное лечение в работе западной медицины, также РФК, лечебная физкультура, мануальная терапия. И также мы поможем пройти реабилитационное лечение, если, например, пациент обратился к нам после операции. При заболевании позвоночника, таких заболеваний, как грыжа, делать операцию или нет, это выбор за вами, и огромное спасибо за внимание.